закону. По закону? По закону. И сейчас делается ремонт помещения, куда переедет шестой комитет. Давайте уважать, уважать законы Украины. Вот уважаемый Пащенко, депутат, выступал очень красноречиво. Но давайте все-таки послушаем, что сказал суд. Давайте слушать законы. С этого начинается уважение к нашей стране, понимаете? Не таких надо. Давайте прочитаем, что же сказал наш шановный суд. Он сказал следующее. Он же до полномочий мужской рады не належит. И внимание, я хотел бы за журналистов именно, чтобы не было и прекратились эти ненужные спекуляции. До повноваження міської ради не належить прийняття рішення щодо передачі чи визначення департаменту замовникам робіт з реалізації інфраструктурних проєктів. Такі повноваження належать виключно виконавчим органам міських рад. Якщо ви пам'ятаєте, уважаємі колеги, на тому засіданні ми прийняли рішення доручить міському голові укласти договір з обласною адміністрацією на те, щоб ці денежні средства були передані в качестві субвенції. І ніхто не говорить, що ми відказуємося і блокуємо цю ініціативу. Це дуже все правильно і добре. Но чому б нам з вами вместе не об'єднитися і не робити це все по закону, а не через одне місце? Скажіть, будь ласка, для чого ваші такі речі, уводячи в сторону всіх громадян, всіх жителів? І чому ви не говорите, як це має, як це може? Почему вы так не делаете? Давайте прекратим заниматься популизмом и будем работать по закону все вместе. И так вот будут дороги хорошие, будет все остальное у нас хорошее. Спасибо вам за внимание. Мнения больше не будет. У меня вот юрист, можно? Учитывая, что у вас юридическое образование, скажите, пожалуйста, учитывая это решение суда, как вообще должны поступить правоохранительные органы с теми, учитывая, что у многих городских советов, районы попринимали подобные решения? Что в таких случаях вообще происходит и как правоохранительные органы своих должны на это отреагировать? Позиция юриста тут ни при чем. Это компетенция выключно правоохранительных органов державной власти. Они должны заниматься своей справой, понимаете? Поэтому толку от моего комментария сейчас моего это будет субъективно очень и совсем непрофессионально.